Уважаемые руководители, гости, преподаватели и студенты. 大家下午好. Добрый день. Доверительные отношения между государствами строятся на основе дружбы народов, которая невозможна без духовного сближения. 2014年，中国国家主席习近平在德国与汉学家和孔子学院和师生代表座谈时指出，在世界多极化、经济全球化、文化多样化。 国际关系民主化的时代背景下，人与人沟通很重要，国与国合作很必要。沟通交流的重要工具就是语言。一个国家的文化的魅力，一个民族的凝聚力，主要通过语言表达和传递。掌握一种语言，就是掌握了通往异国文化的钥匙。学会不同语言，才能了解不同文化的差异性。 В 2014 году в Германии в беседе с социологами и представителями педагогов и учащихся Института Конфуция председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил, что на фоне многополярности мира, экономической глобализации, культурного плюрализма и демократизация международных отношений, общение между людьми имеет большую важность, а сотрудничество между государствами является необходимостью. Важным инструментом общения становится язык. Культурное своеобразие и единство народа выражаются и передаются в языке. Кто обладает иностранным языком, тот получил ключ к культуре этой страны. Только владев разными языками, мы можем понимать различия культур и затем объективно рассматривать мир и общаться друг с другом по-дружески. 今天在这里，中国国务院新闻办公室、俄中友好协会、吉林省人民政府共同主办2017感知中国俄罗斯行吉林文化周，相约涅瓦河畔共饮文学经典。 Сегодня в этом зале пресс-конференция при Государственном совете КНР Общество русско-китайской дружбы и Народное правительство правительствий совместно проводят фестиваль исполнения русских и китайских стихов в рамках мероприятия «Узнаем Китай. Путешествие по России 2017 года. Культурная неделя правительствий». 在此，谨允许我们代表活动的主办方，向精心筹备此次活动的波罗的海国立技术大学和圣彼得堡私立补充教育孔子东方语言文化学院独立孔子课堂的领导和老师们表示衷心的感谢和崇高的敬意。Итак, позвольте нам от имени организаторов выразить свое глубокое уважение и признательность руководителям и преподавателям организаторам мероприятий. Бородинскому государственному техническому университету в имя имени Устинова и Академии восточных языков и культуры Конфуция за содействие и тщательную подготовку к фестивалю. 下面. Теперь разрешите представить вам наших руководителей и гостей, присутствующих на сегодняшнем мероприятии. 圣彼得堡市高等教育与科学委员会副主任Гайди Владимир Тарасович. Гайди Владимир Тарасович, заместитель председателя комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. 圣彼得堡市议会法律事务委员会议员伊辛格·巴里斯·鲍罗奇。депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга. 吉林省文化代表团团长
吉林省文化厅厅长马少红女士。 Глава культурной делегации правительственной, начальник департамента культуры правительственной, господин Ма Шаохон. Пожалуйста. 吉林省委外宣办省政府新闻办主任张树斌先生。 Начальник отдела международных отношений партийного комитета правительственной и начальник пресс канцелярии правительства правительственной, господин Чан Шубин. Пожалуйста. 中国驻圣彼得堡总领馆文化领事夏光远先生。 Консул-бакуритури Генерального консульства КНР в городе Санкт-Петербург, господин Ся Гуан-Юэн. 成影集团党委副书记张光林先生。 Заместитель секретаря партийного комитета корпорация Чанчунская киностудия, господин Чан Гуанлин. Ивановка Сергей Михайлович先生. Лектор Батинского государственного технического университета профессор Иванов Константин Михайлович. Давайте поприветствуем всех присутствующих на сегодняшнем мероприятии. Разрешите объявить фестиваль исполнения русских и китайских стихов в рамках мероприятия «Узнаем Китай. Путешествие по России 2017 года». Культурная неделя «Правитель Селин» открытым!